to Barton's ball. It's a good one. And Marseille have opened the scoring here, thanks to yet another Andre Ayew header. More than a hint of offside about that goal. And Hellier defenders far too static. Блестящая передача. Это шанс для Уолкота. Удар. 2-1. Очень вовремя канониры забивают и возвращают часть интриги в этот матч. Ликует трибуна, как раз болельщики Арсенала сейчас находятся за воротами, в которые влетел мяч. Но я думаю, что Санти Касорло нужно за этот эпизод благодарить. Изумительный пас. В кои-то веки не влез в офсайд Уолкот. И в кои-то веки он блестяще распорядился предоставленным шансом. Замена. Рэмси вышел. Тренирует. Мата делает ускорение в штрафную. Мяч получает Мата. Можно и нужно бить. 1-0 в пользу Челси. Заревели трибуны, под перекладину бьет Хуан Мата. Ну, в общем-то, вот она разница. Очень похожая атака. Даже Мате-то потяжелее было бить в этом случае. Нужно было еще мяч обработать. Однако он пробил, правда, недоволен Арсен Венгер. Давайте еще раз смотреть, что именно там случилось. Коклен на газоне. Счет в любом случае открыт. Giovanni que bateu de primeira pro fundo do gol. Vem, Zizão.